Ухтинский коммунист Валерий Харченко в очередной раз высказался о будущем региональной ячейки КПРФ и заявил, что возглавляемое Олегом Михайловым коми отделение КПРФ якобы уже не так добуквенно чтит идеологию партии, в виде обращения бывшего первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ. Опубликовал Коминформ. Харченко утверждает, 2021 стал прорывным для организации. Партия объединила людей разных взглядов, чтобы выбрать Государственную Думу достойных кандидатов. Однако после победы неожиданно поменялся вектор развития. Почему-то получилось так, что наша коми-республиканская партийная организация объединилась с людьми и, ну я так мягко скажу, пошла в какую-то другую сторону. Не по, как мы считаем, не по партийному направлению, минуя партийную нашу идеологию, минуя нашу атрибутику, минуя наши знамена и прочее. Коммунист подчеркнул, что определяет курс именно Олег Михайлов. Такое мнение у Харченко сложилось, в частности, после того, как получил негатив в свой адрес Леонид Ларичев, новый член регионального КПРФ. Он сделал замечание, еще не будучи коммунистом, о том, что Олег Алексеевич ведет партию как-то не в ту сторону, в смысле той же атрибутики, тех же стримов, тех же всяких значков, тех же окружения своего, которым он окружил. Поэтому обида Олега Алексеевича оказалась выше всех вот партийных наших пожеланий, наших рекомендаций. И на основании этого на сегодняшний день у нас еще нет документов, но, оказывается, Ларичев уже не член партии. Валерий Харченко с решением не согласен. Мы не секта, и партия открыта для критики. Член партии имеет право критиковать любого руководителя. Цитата коммуниста.